Атлет в костюме от Бриони. В толпе обычных спортсменов он будет привлекать внимание дорогой классической одеждой, а на собрании клуба каких-нибудь джентльменов выделяться спортивной осанкой. Казалось бы, каждому свое. Джентльмены курят сигары и обсуждают мировую экономику. Спортсмены ставят рекорды. Но всегда найдется экземпляр, для которого общепринятые рамки слишком тесны. Для таких товарищей и создан Е63 AMG. Бизнес-класс в коже, литье и карбоне, наделенный способностями спорткара. Шикарный и мощный, как и все, что выезжает из мастерской АМГ. Разработку Е63 AMG рассекретили больше года назад, в начале апреля 2009 года. Помнится, его даже тестировал сам Мика Хакинен. Итак, посмотрим, ради чего Mercedes приглашал на испытания этой машины чемпиона Формулы-1. Спортивная выправка у этого седана очевидна. Более приземистый, с расширенными колесными арками. Е63 AMG словно замер в боевой стойке и готов в любой момент сорваться в ускорение. Салон, как и положено статусу, шикарный. Когда оказываешься внутри, нос улавливает свойственный только дорогим авто запах высококачественных материалов, кожа прекрасной выделки, а под заказ клиентам предлагают отделку алькантарой и кожи Напа. На центральной консоли расположился электронный блок управления. Водитель по своему усмотрению настраивает работу коробки передач, подвески и системы стабилизации ESP. В каких самолетах лучше пристегиваться сразу? Габариты у Ешки нескромные, так сказать, внушающие уважение. Без малого 5 метров в длину. А снаряженная масса переваливает за тонну 800. При учете этих особенностей еще удивительны кажутся показатели, которые выдает спортседан. Первую сотню Е63 AMG разменивает за 4,5 секунды. Максималка с электронным ограничителем 250 км в час. Те, кому этого покажется мало, могут получить на заказ версию с максималкой в 300 км в час. Хотел бы я посмотреть на такого Мику Хакинена, который разгонит этот Боинг до 300 по нашим дорогам. Прыть Ешка обязана V-образной восьмерке объемом 6,3 литра. Если быть точнее, то объем движка составляет 6208 кубов. Но немцы предпочли округлить цифру в большую сторону. Мотор почти целиком выполнен из легких сплавов. Мощность агрегата равна 525 лошадиным силам. Максимальный крутящий момент 630 ньютонов на метр. Справиться со всей этой мощью помогает система контроля подвески AMG Ride Control, сохраняющая дорожный просвет независимо от нагрузки. Система работает в трех вариациях – Comfort, Sport и Sport Plus, добавляя жесткость и снижая высоту в соответствии с желаниями водителя. Коробка передач семиступенчатая – AMG Speed Shift MCT. Режимов работы 3 плюс ручной. ESP можно переводить в положение Sport или отключать совсем. Кстати, любимые настройки для активной езды можно присвоить клавиши с лаконичной маркировкой AMG и затем включать их все одним лишь нажатием этой кнопки. Связки поворотов машина проходит послушно и четко, словно по рельсам. Также четко даются ей и резкие перестроения. Кстати, передаточное отношение рулевого механизма здесь на 22% меньше, чем у обычного Е-класса. При всех включенных системах Ешка воплощение слов комфорт, спокойствие и безопасность. Тормоза у спортседана вентилируемые и перфорированы диаметром 360 мм спереди и сзади, с полным пакетом вспомогательной электроники. Для самых требовательных в качестве опции предлагаются карбон-керамические роторы диаметром побольше 402 мм, причем комплект на 10 кг легче чугунных дисков. Ко всем достоинствам можно еще прибавить, как ни странно, экономичность. Обычный режим работы коробки теперь контролирует и аппетит автомобиля. Если ехать в ровном темпе, то блок управления пораньше переключает передачу на более высокую, не дожидаясь максимального числа оборотов. Благодаря этому расход получается в среднем 12,6 литра на сотню, а это на 12% меньше, чем у прежнего Е63 AMG.
Жечь покрышки на этом седане меня почему-то не потянуло. Видимо, подействовала врожденная атмосфера бизнес-класса. Захотелось развалиться, включить ленивую музыку и вальяжно покручивать баранку. Но все же где-то внутри очень приятно отдается ощущение, что ты управляешь настоящим ядерным реактором. И в любой момент можешь выжать педаль газа в пол и преодолеть бесконечную взлетную полосу за считанные секунды. В следующей программе мы доберемся до представительского класса. Эска с огромным мотором 6,5 литра, модифицированная в ателье AMG.